Мониторинг цен на ярмарках выходного дня проведут в Краснодарском крае в ближайшее время. Сегодня на Кубани работают 78 таких ярмарок. Большинство торговых площадок уже приведены к единому облику. Вице-губернатор Юрий Гриценко напомнил, что эту работу необходимо завершить до 15 мая и поручил представителям муниципалитетов держать этот вопрос под контролем. Цитирую. Организаторам ярмарок в преддверии летнего сезона необходимо пересмотреть весь ассортимент продукции и обеспечить ее полное соответствие всем санитарным нормам. Цены должны быть на 10-15% ниже рыночных. Конец цитаты.